Формирование чувства принадлежности к своему региону и активной гражданской позиции школьников. В КЧГУ имени Умара Алиева прошел республиканский конкурс научно-исследовательских работ и социальных проектов «Столикая Карачаево-Черкесия», посвященная вековому юбилею республики. В научном состязании по направлениям политика, экономика, история и культура приняли участие учащиеся 8-11 классов, СУЗов и авторские коллективы. Подробнее о конкурсе расскажет Алихан Лепшоков. Этот конкурс позволит подрастающему поколению научиться основам проектной деятельности. И самое важное – это изучение и сохранение историко-культурного наследия народов Карачаево-Черкесии. В республиканском конкурсе принимают участие учащиеся 8-11 классов, студенты СУЗов, а также авторские коллективы. Мы уверены, что такие площадки способствуют популяризации научно-исследовательской деятельности среди молодежи, отмечают организаторы. У нас появилась идея посмотреть, сколько же талантливых учеников или же студентов колледжа у нас есть в республике. И появилась идея данного конкурса с тем, чтобы дать возможность инициативной, активной молодежи проявить себя. И, честно говоря, мы не пожалели, потому что на конкурс пришло очень большое количество работ. После пленарной части конкурса участники разошлись по аудиториям для защиты своих научных работ. Члены жюри конкурса могли ознакомиться с работами ребят по трем направлениям – социальные, творческие проекты, научно-исследовательские работы. Как много значит для нас это слово. Это место, в котором ты родился и в котором ты живешь. Это наш общий дом. У каждого человека, живущего в России, есть своя малая родина. Именно об этом сегодня мы и поговорим. В итоге первое место и главный приз-планшет выиграла студентка аграрно-технологического колледжа поселка Эркин-Шахар Аиша Бирабасова, научный руководитель Ирина Баймурзова. Второе место заняли ученицы 19-й гимназии Черкесска Алана Кубанова и Алина Хапаева. А третье досталось студентам среднепрофессионального колледжа СКГ Дамиру Богатреву и Эльдару Дуттаеву. Ректор КЧГУ Талсултан Узденов вручил ребятам грамоты и в подарок каждому призеру внешние жесткие диски. Алихан Лепшоков, Аслан Герюгов, Вести Карачаево-Черкесия, Карачаевск.